Установка желудочного бандажа. В настоящее время практически все хирурги отказались от этой операции. С одной стороны, мы говорили, что это одна из наиболее безопасных операций, обычно длительность ее 40-50 минут, выполняется она лапароскопически, практически не существует риска осложнений, но операция имеет свои серьезные ограничения. Не происходит достаточное снижение веса, около 80% пациентов либо отсутствует снижение веса, либо недостаточное, до 30 кг. Очень высокий риск развития побочных эффектов, таких как тошнота, рвота, эпизоды эти могут быть очень частые, и развитие рефлюксной болезни, то есть изжоги постоянные. Также бандаж – это инородный материал, который не может находиться постоянно, он требует на определенном этапе регулировок и удаления в последующем. А после удаления, соответственно, возникает рецидив веса. Что делать, кстати, относительно рецидива веса после бандажирования, поговорим в другой части курса.